Понял. А вы ешь? Я пожинку дал. Трэш вылез, а вы ешьте. Не надо туда бежать, сейчас он тебя все приведет. Игра. Бьем. Моба, один из танков перехватите. Маленькая. Истребление, готовимся похилить. Похилить. Стоим. Сейчас получите. Потрошь сыграли. Рольте все. Это желтую джагу не кидаешь, нет? А, кидаешь, точно. Че, в обе ловушки запускали? Да. Угу. Моса в РК нет, в Дисе. Изюм хочет отдать ему плащ, я так понял. Он уже отдал. Ну, что-то ему пишет. Сейчас все сделаем. Что ты хочешь? Перекинуть? ГП хочешь? С изюма снять, Мося дать. Давай. У Моса 64-й плащ есть. Угу, да, в курсе. Чё там? Сейчас. Релогимся. Дума ждём. Каску по всем. Сейчас не могу. А если так. С обычки есть, то сколько давать? Типа с Герой минус обычка? ГП? Да. 114. Угу. Соответственно, ребят, дальше. В РДД, соответственно, РДД хилы стоите в РДД зоне, набираете также рейндж. Дальше, милишники, вы стоите или под левой, или под правой ногой босса. Три споры, соответственно. Три споры по меткам. Одна должна быть в мили-зоне, две в РДД. Здесь понятно. Соответственно, следим. Профессор на Гере кидает пельмень.
Пельмени не ловим. Это, во-первых, минус дамаг по вам, минус хоста также у вас будет. Это минус у вас ДПС, минус, минус ваш отхил. Чек на готовность. Ул поставил. Лена. Ну, почти спала. Поставь нормально. Геру. Под левую или под правую ногу встали. Следим за пельменями. Пельмень слева. Левая нога пельмень. Споры. Одна на танке, как что вот этот. Две РДДшные должны быть в РДД. Лена в РДД побежала. Отлично. Рейндж набрали сразу же. Пельмень под левой. Пельмень под левой. Рейнджу набрали. Вы че голова под тобой пельмень? Рейнджу набрали. Прохитил рейда. Под левой. Спорами не сбегаемся, не надо сбегаться. Стойте в рейнже. В рейнже друг от друга стойте, иначе нахрен сдохнете. Добиваем босса. Под правой. Под левой. Под правой. Бычья голова под тобой. Спасибо, что он предупреждал.
с обычки есть разница на чист. Да. Не помню, сколько там, 112, что ли, 117, 117. Не помню, блядь. Сейчас посмотрим. 583 минус 412. Ну все. Все уже сделано. Критхаст плечи. Где же Красин? Он-то при чем? Ну, он бы забрал. Ну. Сейчас. Пошли к этому боссу. Ты мне дал лидера? Там есть этот сколок? Да. Собираем. Поиском отдал. Себе забрал. Маликет за 10% говорит. Да я, блядь, тоже за 10% заберу, ёптан. Ну, у него что, хилы танк, хилы ДД. Ну, за 10 забирай тогда ты на успех. Ну так чё, кому из вас отдавать? Медвею. Мне отдай, потому что этот... Ну, это у нас больше хилит и ддшит, чем танчит. Будет еще время. Начисли только. Или я сам начислю. Самому или ты? Начисли, начисли. Так, хилы под босса. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Хватает. Дима в РДД. Алиса, ты этот танчишь босс. Все остальные под боссом, кроме РДДшников, РДДшники. В этот в круг не входим. Бегу по нему, звезда. В центре кружок, если видите. С этими с треугольничками на концах. В него вы не входите, стоите на краешку. А ты метки давал на людей или откуда они взялись? Я убрал просто. Я одну поставил там на себя. Споры. Так, никто у нас не сдыхал. Знаю, сдыхали, не сдыхали. Рыбу поставил. Если надо, кому-то рыбу пожрите. Ну, рыба 2 минуты. Вот я всегда с вами за компанию ее ем. Приятно, лучше. Чек на готовность. Все готовы. Отчет на пол. Блин, а ёб его идти. Смещайтесь, служа. Если этот по хилу проседаете, продиспеливайте. Так диспелить не надо. Дима, они тут таунтятся, если что. А малых надо брать разве? Можешь не брать, можешь брать. Зиму по хил. Минус один РДД. Ладно, пока не резать. Короче, подбегаем по дисплею. Служи, следите за лужами.
В мили-зоне аккуратно. Чулан завис. Сейчас приступ на ХП. Давай, не ХП. Про хил рейда. Вас нельзя заберешь. Забирай Геру, дали. Шарпи вышел оттуда, нахер. Сказано, в ближний круг не подходить. Драйв ушел. Личные новости, народ! Слизь снова потекла! Ты готовимся, взрыв. Готовимся. Убежали. Центра. Дима, прожимку. Да. Че нахуй, сейчас все поздыхаем. Обратно. Минус 2 в дуга. Сколько это? 11 было, 8, 9, нормально. Есть 2 минуты АФК. Забирай. Чё, идём на профу или идём дальше? Ну, давай профу, последним может. Тогда все ливать начнут и устанут после первого трая. Ну давайте тогда пару трай сейчас делаем. Пару? Давай чистим. Чистим. Ну я думаю с первого максимум. Чистим второго. Трэш до профа. Так, скажите мне, эти наручи на хила или на кого идут? На всех. Им всем идут, и хил, и Аршаму, и Элему. Угу. И холи Павла. Босса, у тебя есть такое?
10%, что там, кто будет забирать, нет? Не знаю, если Аршам нормально, может тоже забрать. Стоим. Стоим. Ну, надо говорить, а не молчать. Да все равно это на хули пристат указать будет, и то не везде. Тоже написано минус 10%. Подходи. Ладно, заходим. Сдохнет нахуй. Сдохнет. Там рейс. Зашли. Бедный чувак. Он говорил, что у него нет диса, что он еще не установил. Он раза три говорил. А где он? Спекайся в танк, а будешь в купе туда. Сейчас все подойдут. Пока там релогаются. Виби, с кем ты разговариваешь? Чулан вылетел. Не вылетел, релогает. Ну, кстати, его нет. А мы будем по тактике адекватной или как в прошлый раз? Давайте голосовать. Голосуй за себя. Объебите меня в этом углу. Я за Парагон. Войд, Войд, тут угу. Смотри на моего шамана. Чё там? Я хочу вот такую тактику, ты понял? Чё? Обычную. Не обычную, а героическую. Патагоновскую. Героики. Запомни. Thank you.
Так, Шарпиступ, ты сможешь быть крутым? Смотря что надо сделать. Надо быть меточкой для РДД. Ты сможешь это сделать? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Может там. Ну ладно, ладно, ладно. Сейчас сдохнул уже. Ну ты не лагаешь ничего? Не, нормально. У нее уже есть какой-то этот. Нету. Так. Войд, сега, душевный медитация. 5 хилов или 6 будет? 5. План говно. Мы по какой тактике идем? Если надо 6, могу 6. Даунлиться. Ну, сейчас да. Войд, а как нужно стоять, чтобы меня откидывало в какую сторону? Да, повтори, пожалуйста. Это ты на переходку рассказываешь или на первого слизня? Так скажи, что переходка.
опасно. Он в Африке. Войт, а ну вопросик давай сразу, чтоб всем рассказал. Вот меня выбрал зеленый слизень. Все зашли назад, отлетели к столу. Меня откидывает вот сюда. Выбирает он опять меня. Этим человеком жертвуем, я так понимаю, да? Если вдруг такое будет. Не, ну я-то прожму, понятно. Ну я просто за других говорю, если вдруг такое. Маленькое уточнение, Войд, вопрос. Смотри, допустим, быстро слили красного, рога, вот, допустим, я. Быстро слили красного, но зеленый еще жив. Я бью босса? Все, понял, спасибо. Войд. Вот, например, на тебя взял зеленый чардж. Ты встал в треугольник, то есть я со всеми РДД встаю вот сюда в квадрат, правильно? Ну да-да-да. То есть мы идем не в треугольник, а в квадрат, вот здесь стоим. Yeah.
Да. А это... Что-то шарпистол стоит на месте, ёпт. Бывает. Сейчас. Появляется зеленый, у него секунд 7 на каст. Накидываем доты и сваливаем его в метку. В метке, и не без дот. За РДД говорю. Это, короче... Накидывают доты и съебывают РДДшники. Чтоб уже не было. Вот, я понял, просто они убегут к столу, и на нем 0 дота, 0 хуйни, и он фулл хп будет ползти. Я понял, хорошо. Это остальным просто. Может, саппорты? Шарпистула ждем. Шарпистула ждем. Если что, есть Джованни. Ага, шарп зашел. Да, я сериал смотрю. Да ты что-то долго рассказывал. Я его убивала. Пан, где? Да? Нет. Thank you.
Красная река, сидит осторожно. Я как один дебил стою, его бью. Зеленый тоже в жопе мира, никто его даже доты не накинул там. Стоит фуфловый, стоит. Вы чего? Я один бой стою и ковыряю его вот здесь. Никого нет. Кто-то подбежал уже потом. Мы вдвоем начали его бить. Но если вовремя воид пропьют, у них будет второе до этой. До перехода. Будет две бутылки, если пропить до була. Нужна бутылка, чтобы в конце убить пробу. Никто и не бурстил. Этот, как его, слышишь, воид? Смотри. На река себя. Локи. У вас, блядь, порталы под этим, под нахуй, под столом. Подходите на, на максимальный рейндж для того, как можете прыгнуть. Вы можете, блядь, по своим колбам просто бить этих слизней, разводить, пока остальные встанут. Так же, как и этот Сомерви. Так же может блинкануться. Вы, блядь, чё занимаетесь? Вы, конечно, правильно сделали, по тактике ушли. Но у нас сейчас не хватает веса, блядь. И также с... Смотрите, как ставится нахуй. И запомните, на переходке, если у вас зеленая колба, вас бьет только зеленый слизь. Выберет только зеленый слизь. Если на вас красная, то у вас... Это, Шерпестул, у тебя вроде бы звезда пропала, да, во время трея? Не пропала. Ассист есть, ставь, соответственно, себя звезду. Просто у меня была красная метка. С красной меткой также. Красный дамаг получаете, также красный выбирает вас. Давай, ничего. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, который уничтожит весь Азерот! Чуть вот сюда к синей подведи. Все хорош. Стопнули? А, стоп. Еще не готов.
может получиться что-то любопытное. Река с красного, река с красного. А, не-не-не-не. Нормально. Вот, где река с красного. Что-то я ничего не... Просто побежал. Что? Это еще откуда? Он умер. Я встал, меня не захилили, я сдох. Я написал. Я двигаться не могу. Я говорю, двигаться не могу, если что. Все, пиздец. Смотри, объясняю. Я подбежал к Вибе. Когда на нее... Ты чего кипишишь, ты не пойму? Надо Алису выбирать оттуда. Нервный. Надо ее в другое место ставить. В комнате... проф в жопе мира, до него бежать пиздец времени и доты не накинуть, ничего не сделать. Надо его ближе к столу держать. Вот сейчас было, вот, ее надо ближе к столу держать, потому что мы летаем к столу постоянно и обратно. А она уводит его очень далеко, и не достать, просто не достать. Я больше бегаю, чем бью профа. Так когда на масрез?
Еще я тебе прошлый раз вот говорил, надо поменять дислокацию Алисы. Мы стоим в этом четком маленьком углу, и там и лужа, и пельмени, и колбы. Надо как-то чуть-чуть ее подвинуть, чтобы у нас было больше, так сказать. А вот они ловят пельмени, потому что все в одной точке. Мы стоим в этом уголку сбоку, вот у этой стеночки, где Алиса стоит. Потому что нам дымажить пропа надо в любом случае. Переместить ближе к столу там побольше все-таки. Отойдем как-то побольше. Вот на Вибе был зеленый, и он не мог двигаться, и в него прилетел слизи. А все остальные поймали, чтобы... Когда сбегались к ним? Я не поймал, я сбегался так, чтобы не словить. Так можно делать, если что. А она здесь? Да, ты этого, ты зеленого хочешь бить так же, типа милики сбежались, отлетели к РДД, ну, типа как обычно мы делаем, да? Ну да, именно ты так хочешь делать, да? Я просто уточняю, чтобы понимать, что делать. Ладно, хорошо. Короче, Алиске. Попёр до миликов на всю хуйню, отводи его, ну я не знаю, ну хотя бы вот сюда. Ну вот где-то посередине между столом и выходом зеленым. Чтобы мы успевали вот добить зеленого и уже профа начать бить. А не бежать вот, блядь, сука, вот, да пиздец, вот сюда, извините за маты, вот сюда за ним бежать. Это очень далеко, прям очень далеко. Просто он выбрал цель, подведи поближе колбы там, вот сюда поставь, к примеру, там. Ну как там по таймингу будет. Чтобы мы уже били его, а не бегали просто так. Джованни может залететь вместо Лена. Только на одного. Учиться надо, Джованни написать надо. Ну, насчет переходки зеленого, раз уж говорить начал, бла-бла-бла. Я встал за зеленого, еще 2-3 человека. Мы четко, блять, вот втроем, вчетвером отлетели, аж, блять, вот дальше из шкафа. И отбежали. Остальные полетели. А в чем проблема? Я с челноком летал нормально, все было. Ромашка была дикая, просто дикая ромашка. Да. Сейчас Джованни здесь уйдет, в туалет пошел.
Нормально будет. Пришел, нет. Не нервничай. А ему уже я третий кинул сон. Нормально. Вот на зеленый будет встать всем. Вот-вот, блять, за спину. Вот он выбрал цель. Накинул. Подвинулся там, где, чтобы меня откинул. Вот я встал вот здесь, и меня откинул вместе с тремя. Остальные полетели хуй пойми куда. Вот, он выбрал цель. Вот вы накиньте доты и встаньте уже, чтобы на месте стоять, чтобы вас откинуло в одну точку. И дамажьте его. Ренжи вам хватит, я вам говорю. Если я достаю, ну, значит, вы точно достанете. Ладно, дальше дополнение про зеленого. Вот вас откинуло со звезды вот сюда в центр. Он в центре выбрал цель, и вы опять... И ты делаешь, накидываешь на его доты и отходишь на пару...